Федеральная служба охраны Российской Федерации – это орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению безопасности руководства страны и объектов государственной охраны. Соответственно, этот орган не может быть субъектом межгосударственных отношений и не обладает функциями дипломатического представительства. Межгосударственные соглашения Республики Абхазия и Российской Федерации не предусматривают возможности базирования органов ФСОРРФ на территории Республики Абхазия. Если соглашение будет ратифицировано, то на территории Абхазии будет действовать орган исполнительной власти Российской Федерации, и на все движимое и недвижимое имущество ФСО России будет распространяться режим государственной тайны. Таким образом, Абхазия не сможет контролировать действия ФСО России в отношении 343 гектаров собственной территории, в которые входят особо охраняемая природная территория, жилой поселок, а также морская акватория.